Сегодня днем полиция вручила подозрение активисту Сергею Стерненко. Его обвиняют сразу по двум статьям – соучастие в преступлении и организации сбыта наркотических средств. В эти минуты Киевский районный суд избирает меру пресечения для Сергея Стерненко. Там сейчас находится корреспондент репортера Юлиан Аксенов. Юлиан, как проходит судебное заседание? Находимся возле Киевского районного суда, где сейчас избирают меру пресечения Сергею Стерненко. Его защита начала заседание с того, что попросила время, чтобы ознакомиться с материалами дела, мотивировав это тем, что с двух часов они находились в отделе полиции, да. И физически ознакомиться с материалами у них просто не было времени. Судья удовлетворил такое ходатайство и дал им 20 минут, однако после этого адвокаты все же заявили, что ознакомиться с материалами дела, которые составлены на 80 страницах за 20 минут, не представляется возможным, и заявили судье отвод, так как заподозрили его в предвзятом отношении. В данный момент у нас пауза, суд разыскивает судью, который может рассмотреть данное заявление и вынести соответствующее решение. Оно продолжится с минуты на минуту, мы остаемся на месте и следим за развитием событий. Студия. Спасибо, Юлиан. На прямом включении с репортером был Юлиан Аксенов, который рассказал нам, как обстоят дела в Киевском райсуде, где избирается мера пресечения Сергею Стерненко.